Сегодня я покажу вам, как с обычного картона сделать вот такую вот новогоднюю игрушку. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Для этой игрушки я беру вот такую серединку скотча, он у меня закончился. Если у вас такого нет, просто берете достаточно плотный картон и делаете вот такой вот круг, достаточно широкий. Дальше я взяла вот такую метр, чтобы померить саму картонку, и вот с такого блестящего фетра, вы можете взять любой и не блестящий, измерила ширину и вокруг и вырезала полоски, и сейчас с помощью горячего пистолета будем оплеивать. Вот это у меня серединка, сразу в середину заклею, у меня немножко больше, и обклеим вот так вот как бы наш скотч фетром и вовнутри и снаружи. Я сейчас заклею, к вам вернусь. Единственное, что смотрите, чтобы шов фетра тут сходился сверху, а внутри, чтобы этот шов получался снизу. Вот так вот, один напротив второго. Вот что у меня получилось. Сейчас беру бусинки, они сюда подойдут и по моему декору именно золотистые. И тоже вот эти вот края, которые мы видим от скотча, я заклею вот такими вот бусинками. Вот что у меня уже получилось. Как вы видите, с обоих сторон я обклеила бусинками и сразу сделала петельку из бусинок, но это не обязательно, можно сделать с ниток или какой-то ленточки. И сейчас будем украшать нашу новогоднюю игрушку внутри. Для этого я взяла вот такие вот золотистые шарики, у меня есть маленькие, бантик, и у меня есть на канале как делать вот такие вот шапочки своими руками и вот такую вот снежинку. Сейчас посмотрим, что нам пригодится, что как мы расставим внутри этой нашей новогодней игрушки. Она, в принципе, уже очень так интересно смотрится. Можно прям все готовое ставить, можно, как я, как бы доставить вот такие вот своими руками сделанные разные штучки. Вот, мне нравится все-таки розового добавить. Возможно, белая шапочка будет тут и лучше. Вот видите, хорошо горячий клей, можно экспериментировать. Добавлю все-таки белую шапочку. Так. Так. Снежинка, ну, шапочка, возможно, будет лишняя. Вот мы с вами вместе смотрим, что мне подходит сюда, что нет. Добавлю шарик, добавлю вот такую вот снежинку. Так, пока клеится на клей. И вот такой вот бантик. Простите, это мой телефон. Так, сейчас приклею бантик, к вам вернусь. Бантик мне не подошел, нашла вот такую вот золотистую звездочку и добавила еще шарик. И получилась вот такая вот красивенная новогодняя игрушка. А наполнение внутри может быть самое разное, от символа года, каких-то маленьких елочек, все, что у вас есть дома. Мне захотелось вот такую вот новогоднюю игрушку. Пишите, понравился ли вам мой вариант и было ли вам полезно это видео. И как всегда, подписывайтесь, впереди еще много интересного. Всем спасибо за внимание, всем пока-пока!